Товарищи офицеры, попрошу предъявить документы. Комендантский патруль. Кто вы такой? Ваш мандат на право проверки. Помощник военного коменданта 132-й этапно-загородительной комендатуры, капитан Аникушин. Прошу. Пожалуйста. Лида и прилегающие районы. Так. А в лесу вы что это делаете? Читайте, читайте, там все указано. Это... А где находится ваша часть-то? Должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров. А мы это офицеры комендатуры. Нам, значит, это... положено. Кроме нас тут, понимаете, никого нет. А кто же еще это может услышать? А? Левша. Не факт. Это... А какие еще документы у вас есть? А что, этих разве недостаточно? Ну, это в городе было достаточно. А тут это не совсем. Вы извините, конечно, но вот вы нас проверяете, а вот кто вы такой? Я, например, не знаю. Мы-то? Да. Мы тоже это из комендатуры. Пожалуйста. Дежурный помощник. Что вас интересует? Расчетная книжка, вещевая, продовольственный аттестат, партбилет, наградные документы. О, давайте, давайте. Закон, как говорится, порядка требует. Служба и служба. Елатанцев А.П. Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны первой степени. Если они агенты, то этот наверняка старший, качай его. Проверки они не боятся. Кто они, как оказались в лесу, зачем? Морщил лоб, шевели губами. Хорошо, они держатся спокойно. Особенности. Южно-русский говор быстрее. Яковлев Иван, короткая верхняя губа. Мазанов пойман, Степанков пойман, Сердюк Гуляев. Так... А у вас это... Какие еще документы есть? Чубаров Николай Петрович. Справка госпиталя. Форма номер 16 с наклоном соответствует. Недобрый у него взгляд. Очень даже недобрый. Мы с вами, как говорится, это земляки. В одном госпитале лежали. Я там тоже это по ранению-то. Около месяца, да. Эх, у меня в госпитале женщина была. Повариха. Ой, красивая. Гладкая. Знаешь, вот как говорится, вот одно слово. Краля. Да знаете, наверное, да? Ну, Лизавета младший сержант она. Я поварихами не интересуюсь. А, да. Оно-то так, это. Васин Михаил Сергеевич. Приказ от 17 июля 44 года. Свежеиспеченный. А вы это... Подполковнику Васину из штаба фронта. Вы не родственник? Нет. Эх, крепко как машете, а? Я прям подумал, брат или дядя? Нет? Он же тоже Сергеевич. Эх, умный мужик, голова. Генерал. Эх, мы с ним под Смоленском-то, знаешь, как сиживали-то. Ох.
А он меня, главное, как встретит, так, говорит, как дела, говорит, комендатура. Я говорю, нормально, говорю, пока живой. А он мне обязательно, понимаете, да что тебе, говорит, поделается? Эх, вас, столовых крыс, говорит, из пушки не прошивешь. Шутник. Да. Ну ладно. Серия. Номер. Фотокарточка. Спокойнее. Играй попроще. Старший лейтенант Левша. Неужели это он пытался убить Гусева? Не факт. Федулов. Серые глаза, узкий подбородок. Подпись командира части натурально. А лейтенант напрягся на косвенном. И все же не факт. Качай, Паша, качай. Фактура бумаги, плотность. Южно-русский говор. Кошевой. Пойман. Чугунов. Гуляев. Алтунин. Южно-русский говор. Голубые глаза. Мищенко. Глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Не могу понять. Начальник штаба батальона, так? Командир роты, командир взвода, так? А где же ваш это личный состав? Вот какое? Задание вы можете здесь выполнять, это без подчиненных. Не могу понять. Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос? Это вызвано необходимостью. Какой? А что значит «какой»? Значит, нужно. Мы, как говорится, при исполнении обязан... Вы нас это не оскорбляйте. Закон, как говорится, порядка требует, правильно? Служба есть служба, да? И я спрашиваю, где находится эта ваша часть? В Новой Вильне. Неужели это Мищенко? Мищенко, 905 года рождения, ему 39, а этому? Глаза с прищуром, южно-русский говор. Словесный портрет, пожалуй. А может быть, это всего-навсего Елатомцев Алексей Павлович. Капитан Красной Армии, фронтовик, дважды орденоносец, коммунист. Мищенко – это фигура, не говори гоп. Не факт, что это Мищенко. Не факт, что они Неман. Качай, Паша, качай. Твоя задача – заставить их проявить свою суть. Все безупречно, все соответствует, но что-то в них не так, что-то есть. А может, только кажется. Проверка документов их не волнует и ничего, наверное, не даст. И почему молчит помощник коменданта? Он что, забыл? Пассивно он себя ведет некачественно. А теперь, товарищи офицеры, попрошу предъявить для осмотра ваши вещевые мешки. На каком основании? В чем дело? Проверка личных вещей – это необходимость. Что значит необходимость? Мы не рядовые, не сержанты, вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров? А мы это и не думали, вас обыскивать. Я прошу, чтобы вы сами показали, что у вас в вещевых мешках. Понимаете, как говорится, добровольно. А если мы не желаем? То есть как это, не желаете? Ладно. Давайте, как говорится, по-хорошему. Я вам это как офицерам. Только вы понимаете, как говорится, это никому. Вы 16-го, значит, были в Лиде? Ну, были. Все. Вот то-то и оно, понимаете. 16-го в Лиде с артиллерийского склада пропали два ящика взрывчатки. Мы-то здесь при чем? А есть указание, что ее вынесли весь в мешках, понимаете, офицеры. И увезли из города. А для чего, неизвестно, понимаете. Нет указаний. Может, это рыбу глушить, а может, мост взорвать. Чушь какая-то. Мы не были ни в никаком складе. А кто ж знает-то, товарищи дорогие? Давайте-ка по-хорошему. Вы же советские люди. Есть указания. И я это прошу. По-человечески прошу. Показать, что у вас в вещевых мешках. Должен заявить со всей ответственностью, что мы в Лиде не были ни на каком складе. Не знаем ни о какой взрывчатке. И не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Ладно. Тогда придется вам проехать с нами это
в комендатуру. Вы все равно в Лиду едете, правильно? Вот. У нас это в Шиловичах машина. Там, правда, в кузове бойцы. Но ничего, на вас аккурат место найдется. Прошу, значит. Будьте любезны. Пожалуйста. Если это вас так интересует, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, у нас нет времени с вами ездить. Есть еще дела в этом районе. Но я буду жаловаться. Вот. Пожалуйста. Затянул узел. Ловко. Милый, это фокус для фраеров. Мы его не раз видели. Обступили с боков. Отлично. Спокойно. Для них мы уже трупы. И все же не факт. Будьте любезны, встаньте на свое место. На какое место? В чем дело? Будьте любезны. Встаньте на свое место. Вот сюда. Вы еще, может, нас по стойке смирно поставите? Это если понадобится, я поставлю. Мы это... офицеры комендатуры, понимаете? Мы при исполнении служебных обязанностей. Я говорю, встань на свое место! Встань, как стоял. Вот так. Куда он вылез? На него что, затмение нашло? Как бы то ни было, атаманцев они не уйдут, если... Все. Взвод, окружай! Не стрелять! Малыш, держи лейтенанта! Стрелять только по конечностям! Падай, капитан, падай! Не стрелять! Ложись, комендатура, ложись! Порядок, двое наверняка теплые. Ты не ранен? Ни царапинки, и малыш цел. У вас разбита голова. Давайте перевяжу. Успеется. Женя, запомни, это Мищенко. Вот она. Вот она, Телефункин. Лежать. Вася. Вася.
Васька! 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 Паша! Паша, Ваську убили! Как убили? У Ваську убили, Ваську! Убили моего друга, Паша! Паша! Ваську убили! Ты! Ты его убил! Нет, я никого не убивал! Это не я! Я жить не буду! Не хочу жить! Нет, клянусь, я никого не убивал! Я прикончу тебя, как падаль! Не смей его трогать! Он убил Ваську, Паша! Он убил моего лучшего друга! Держите его, он же контуженный! Не смей, слышишь? Не смей! Ты еще смеешь врать? Ты еще смеешь меня обманывать? Может, ты и позывные своего передатчика уже забыл? Да, убивай! Позывные твоего передатчика! Быстро! Позывные твоего передатчика! Быстро! Как СТИ? АКО? Быстро! Быстро! АКО было до четверга. Сколько вас приехало сюда в лес? Быстро! Кто старший? Быстро! Кто старший? Кто старший группы? Он! Его кличка для радиограмм. Кравцов! Настоящая! Настоящая! Не слышу! Мищенко! Матильда, кто он и где? Под Шауляем! Он что, офицер штаба фронта? Звание! Быстро! Капитан, шифровальщик штаба фронта! Ты ведь радист? Как тебя зовут? Сергей! Хорошее имя. Ну вот что. Если не ты убил Ваську и даешь нам Матильду, тогда живи. Только дышать будешь, как я скажу. Понял? А если вздумаешь крутить, то не обижайся, Серега. Если вздумаешь крутить, то это будут последние минуты твоей жизни. Понял? Блинов. Товарищ капитан, бабушка приехала. Это точно? Ты все прокачал. Точнее быть не может. Я отвечаю. Срочно передайте первому. Я четвертый. Я четвертый. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Повторяю. Я четвертый. Завтра же узнаешь.